Футбол – это интересно, зрелищно и полезно для здоровья. Так считают дети. 56 сорванцов, учеников футбольного клуба «Старт-чемпиона», участвовало в веселых стартах. Из Дворца спорта репортаж Екатерины Клемишевой. «Старт чемпиона» – это амбициозное и многообещающее название школы футболистов. Она открыта на базе трех детских садов – «Колокольчик», «Катюша» и «Солнышко». Но посещают ее малыши со всей округи. Преимущественно – мальчишки. Не женское это дело – футбол, уверены они. «Я тренируюсь, чтобы я стал настоящим футболистом. Мне нравится футбол, потому что он самодельный, он не он нужен. Чтобы научиться быть тренером». Веселые старты проводились для учеников футбольной школы. Команды были смешанными, то есть детей произвольно поделили на три группы. Получилось, что они играли не каждый за свой детский сад, а в общем за и во имя футбола. Выступали как ученики одной школы. «Команды сформированы из детей 3, 4, 5 лет. Есть даже уже кому-то по 6 лет, ну и вы видите по соревнованиям, кто уже 2 года посещал эту школу, они более активно чувствуют себя и ведут в этих соревнованиях. Конечно, для маленьких, для 3-леток это первые их шаги. И, наверное, это очень хорошо, что они видят, чем они занимаются, видят старших детишек, видят, к чему они тоже придут». Когда соревнуется малышня, итоги всегда известны заранее. Побеждает дружба. И все же соревновательный дух присутствовал в каждом юном футболисте. К званию самой быстрой, ловкой, смелой команды дети стремились изо всех сил. Иногда, если немного устанут, выполняли задания на плечах у тренера. Но не сдаваться же. «Почему тебе нравится футбол?» Потому что он красивый, очень. А еще какой? Любимый. А кто тебя заставляет заниматься футболом? Мама. Кем хочешь стать, Руслан? Танкистом. Я хочу стать полицейским. Зачем полицейскому играть в футбол? Чтобы им надо было быстрее хватать воришек и одевать наручники. Я хочу стать спецназом. Почему? Не знаю, у меня такая мечта. Зачем будущим танкистам и спецназовцам играть в футбол? Чтобы быть сильными, здоровыми, крепкими. Об этом каждый ребенок знает. В жизни такой комплект умений обязательно пригодится. Зачем нужно спортом заниматься? Чтобы стать сильным, крепким и здоровым. А зачем быть сильным? Чтобы поднимать все большое. Зачем нужно поднимать все большое? Чтобы быть сильным и здоровым. Помогать, чтобы. Правильно. А кому помогать надо? Помогать девушкам. Эстафета проходила с азартом и под громкие, ободряющие кричалки болельщиков. Родители радовались за детей и переживали больше, чем они. Иван Вахламов пришел поддержать старшего сына вместе с младшими. Мужчина сам занимается спортом, шутит, что его любимый – многодетство. Ты куда будешь ходить? В футбол? Нет. На хоккей? Нет. А на что? На дзюдо? Нет. На что ты хочешь ходить? На футболист. Футболист? На футболист. В бассейн будешь ходить? Да! В бассейн будешь ходить. Ну, я считаю, с детства надо спорт прививать, здоровый образ жизни. В конце участники получили памятные грамоты. Для некоторых первые в жизни, а значит, самые ценные. Екатерина Клемишева, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».